В очередной раз категорически рад вас приветствовать. Если взглянуть на календарь, то мы увидим там четверг. А значит, пришло время для небольшой порции киноновинок, которые мы можем увидеть в конце этой недели. Это по-прежнему «Объектив». Меня все так же зовут Алексей. Поехали! Давай, давай, давай! Второй час. Добро пожаловать в космический джет! То есть 20 лет назад погибла ваша с Люком подруга и обвинили тебя? Это был несчастный случай. А начнем мы, пожалуй, с «Коктейля». Именно так называется первый фильм в сегодняшнем списке — «Пороховой коктейль». Это приключенческий боевик с элементами триллера, рожденный в содружестве Франции, США и Германии. В центре сюжета девушка по имени Ева. Она лучший работник в фирме под названием «Фирма» и занимается сие предприятие убийством людей. У нашей героини это получается легко и непринужденно. Талант к убийствам она унаследовала от матери, которая пропала 15 лет назад. Но в один из дней Еве приходится пойти против тех, на кого она работала. В чем ей поможет внезапно вновь обретенная мама и ее подруги-работницы библиотеки, которая по совместительству склад оружия для наемных убийц фирмы. Мне надо обменять пару книг. Идем. Ты дочь Скарлетт. Как твоя мама? Мы не виделись 15 лет. Подберем тебе хорошую книгу. Тебе нужна Джейн Остин. Вирджиния Вулф. И Агата Кристи. Почитать. Сэм, нужны твои таланты. Нас кто-то обокрал. Какой псих будет воровать у фирмы? Дело сделано. План изменился. У них 8-летняя девочка. Я должна ее спасти. Сэм, зря ты их убила. Теперь ты сама по себе. Нас ищут очень плохие люди. Нужно укрытие. Привет, мам. Я стала бабушкой? Боже, нет. Дамы, кажется, я вижу призрака. Нам нужно оружие. Убейте их. Я покажу вам настоящую боль. Теперь это война. Я немного пошумлю. Ну, и какой план? Я вызвала Uber. Ты шутишь, что ли? Нет. Неудачно вышло. Когда закончу с ними, я приду за тобой. Я так тобой горжусь. Если с кем и убивать людей, то только с тобой. Спасибо, мам. Пороховой коктейль. Ты серийная убийца? Что? Ты убиваешь людей. Да. И убила больше одного, значит, серийная. Все немного сложней. Как по мне, этот фильм эдакая лайтовая версия Джона Уика, который добавили немного из «Особо опасного» и «Ангелов Чарли». В общем, действительно, коктейль. Погнали дальше. А вот эта киноновинка понравится всем, кто любит черные комедии и кровавые хорроры. Фильм «Адский ад» буквально все это в себя вобрал. По сюжету, отставной военный Рекс как-то попал в банк, который неожиданно стали грабить, и он убил всех злодеев до одного. Но вместе с тем жертвой стала и мирная гражданка. Наш герой получил срок и честно его отсидел. Но выйдя из тюрьмы, он понял, что пользуется популярностью и решает уехать от таковой славы в Финляндию, где попадает в руки семьи каннибалов. Ужас! Плюс ко всему, у Рекса есть воображаемый друг, который помогает ему в экстренных ситуациях. В общем, дурдом. У всех есть прошлое. У меня уж точно. Что? Могу просто сказать, что... Давай, давай, давай. Я не зануда. О, это же вы.
Я не знаменитость. Рекс. Рекс. Рекс Коуэн. По крайней мере, не специально. Я разговариваю сам с собой. Как думаешь, сколько им за это заплатят? А еще я слишком остро на все реагирую. Только вот, попытки сбежать от моего бурного прошлого завели меня в глубокую, глубокую, глубокую задницу. Сам фильм один сплошной экшен. Сюжетная линия раскручивается с самого начала и до конца, не давая передохнуть зрителю. А создатели этой очень кровавой, временами до отвращения жуткой истории, как будто задались целью сломать все шаблоны, применяемые к подобным фильмам. У них это довольно, кстати, неплохо получилось. Но это мое мнение. Не верьте мне на слово, сходите и проверьте в кино. Если вы, конечно, не сильно впечатлительны. Не дай им убить тебя! Кому? Им! У меня есть всего одна ночь, чтобы сбежать и спасти свое будущее. Это семья! Полные психопаты! Привет! Ешь! Страшно? Да. Ой, да отвали ты уже! Убей их всех! Моя семья? Они психи. Нет. Очередной киноновинкой в моем сегодняшнем списке будет ремейк на фильм 1996 года «Космический джем», «Космический джем. Новое поколение». Честно говоря, с опаской отношусь к такого рода инициативам, но все-таки почему бы и нет. На этот раз мультяшную комедию снял Мальком Ди Ли. По сюжету знаменитый чемпион NBA Леброн Джеймс, чтобы спасти своего сына, вынужден отправиться в сказочный анимационный мир и возглавить команду мультяшек против оцифрованных копий самых крутых игроков. Все по классике. Но с того времени героев у Warner Bros. Явно поприбавилось. У тебя великолепный игровой потенциал. Я помогу тебе подготовиться. Пап, мне это не интересно. Ты никогда не даешь мне делать, что я хочу. Не даешь быть собой. Стой! Не тот и так. Думаю, у Уилла Смита таких проблем нет. Пап! Стоп! Матрица честная. Добро пожаловать, король Джеймс. Я король этого измерения. Что ты сделал с моим сыном? Где он? Единственный способ вернуть сына — сыграть со мной в баскетбол. Пит, отправь этого клоуна к отверженцу. Где это я? Я что, мультяшка? Эй! В чем дело, док? Я должен собрать суперкоманду, чтобы вернуть сына. Я знаю, как тебе помочь. Команда мечты. Ну-ка, показывай класс. Давай все сначала, ладно? Король Джейн. Добро пожаловать в космический джейн. Встречайте команду «Звездные машиналы». Ты победишь в этой игре. Порвем их. Заматывай, Леброн! И вернешь нам сына.
Классика! Космический джем. Новое поколение. Старая школа рулит! Космический джем выступил в роли этакой сборной солянки из всех-всех-всех проектов Warner Brothers за всю историю существования киностудии. И зрители ждет сборная команда от Looney Tunes из разных проектов Warner'ов разных эпох. Будут тут и сериалы, и Гарри Поттер с Матрицей, Рик и Морти заглянут на огонек, будет и совсем старое черно-белое ретро-кино. Предстоит и несколько неожиданностей, про которые не расскажу, конечно. В общем, красочная, добрая история, которая точно понравится тем, кто любит мульты и посмеяться. И закончим сегодня фильмом из разряда «Все, как я люблю». Честно, боюсь быть необъективным, но очень постараюсь. Итак, представляю вашему вниманию картину «Город тайн». Это криминальная драма и триллер, и детектив, детище кинематографистов из США и Австралии. В центре сюжета полицейский Айрон Фалк. Ему приходится вернуться в город детства и юности из-за смерти друга, с которым он не виделся почти 20 лет. Но перед самоубийством тот якобы убил жену и ребенка. Однако обстоятельства дела заставляют в этом сомневаться. И все сходится на деле юности главного героя, когда погибла молодая девушка. Аарон, у нас тут снова убийство. Ты должен разобраться. Давно не виделись. Весь город только и говорит, что ты вернулся и начал расследование. Выглядит так, что Люк приехал домой, убил жену и сына, после чего покинул город и покончил с собой. Есть пара неувязок. У федералов другие версии? Люк был моим другом, он бы этого не сделал. Сынок, ты солгал тогда. Люк тоже солгал. В тот день, когда утонула та бедная девочка. Элли... Сюжет этого фильма делает несколько крутых поворотов и буквально погружает в атмосферу далекого австралийского города, страдающего от засухи и тяжелой тайны, разгадка которой далеко не проста. Сняли этот детектив по роману Джейн Харпер. Кстати, на родине картина так понравилась зрителям, что быстро собрала 20 миллионов долларов и практически сразу стала одной из самых кассовых лент за всю историю. И, конечно, уверен, что одним из слагаемых такого успеха стал исполнитель главной роли Эрик Бана. Исполнитель Халка в фильме Энгла Ли, героя греческих мифов в Трое и практически идеального мужчины в «Жене путешественника во времени». В общем, рекомендую. Ты в курсе, что про меня говорят? Что ты убийца. То есть 20 лет назад погибла ваша с Люком подруга и обвинили тебя? Это был несчастный случай. Какие люди! Мало у нас мусора. Я не имею к этому отношения. Да ладно. Думаешь, раз стал федералом, сможешь меня в этом впутать? Когда люди лгут так долго, то начинают считать это правдой. В городе ты улик не найдешь, а природа все помнит. Где ты была в тот вечер? Зачем мне врать? В каких отношениях ты была с Люком? Сынок, скажи правду, ты имеешь отношение к смерти той девушки? Я скоро вернусь. А на сегодня это все, друзья, но я обязательно вернусь с новой порцией киноновинок. Смотрите хорошее кино, берегите себя и пока!